Первая заправочная станция для электромобилей установлена на выезде из Барнаула по направлению в Новосибирск. К слову, в культурной столице Санкт-Петербурге подобных заправок более 50. Но и на территории Алтайского края развивать эту сеть необходимо, уверены представители компании, которые занимались установкой. Заправлять свои автомобили владельцы электрокаров в течение года могут совершенно бесплатно. 40 минут времени и транспортное средство вновь готово к эксплуатации. Известно, что уже в следующем году в Барнауле появится еще одна подобная станция. После электрозаправку планируют установить вблизи Сросток. Елена Кузовкина, наши новости.